Ну, в начале 2020 года мы открыли моечный комплекс замкнутого цикла. Это означает, что мы не сбрасываем воду в сточную, воду она отстаивается, очищается и заново подается для мойки подвижного состава. Ну, используются обычные моющие средства. Очищать надо от пыли, от грязи, которая смывается с подвижного состава. Ну, ежедневно моется в районе 50 вагонов. Ну, с расчета где-то 30% это около 300 литров воды на одну единицу подвижного состава. Есть экономии из-за того, что у нас замкнутый цикл мойки. Если раньше это делалось там шлангочками, щеточками, то есть, ну, это все время, это все люди. А так это все сделает автоматическая мойка. Та тривалість такої мийки десь 15-20 хвилин. 5 хвилин ми використовуємо на автоматичні щітки та 15-10 хвилин робітники проводять прибирання салону. Звісно, що в такий період, як осінньо-зимовий, щіткам важко відмивати той бруд, який накоплюється на кузовах вагонів. До цього ми використовуємо апарати високого тиску, є з підігрівом води та без підігріву води.